Hola mi querido estudiante de español. Creo que tú ya sabes dónde estás y que tú me entiendes cada día mejor, porque nosotros estamos estudiando casi cada día en mi canal de Telegram que se llama Español en Chanclas y también aquí en el canal de YouTube Español en Chanclas también. Te doy la bienvenida a tu séptimo lección en el marco del curso un mil y más palabras e expresiones de español. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el aspecto físico de la persona y también sobre los verbos que describen las acciones que hace nuestro cuerpo. Yo creo que este vídeo será interesante para ti y sea de tu provecho. Por favor, Aprovechalo y espero que ya me entiendas muy bien. Ahí abajo tú ves los subtítulos y ya debes entender todo lo que estás escuchando y oyendo. Entonces, otra vez, bienvenido al curso con mil y más palabras y expresiones de español. Vamos a seguir. 700 плюс наиболее популярных слов и выражений испанского языка. О чем же мы сегодня будем вещать, вы услышали только что в презентационном мини-ролике. Я вам только что рассказал. Сегодня мы поговорим о том, как взаимодействовать с телом человека, описывать его внешние характеристики, а также какие глаголы используются для того, чтобы рассказать, что же делает наше тело в различных ситуациях. Некоторые глаголы вас, конечно, удивят. Я надеюсь на это. Но эти глаголы все будут очень-очень полезны. Погнали. Entonces, description. Описание. Сегодня мы разбираем описание. Внешности человека и присущих внешних характеристик плюс бонус. Я назвала их так. Плевательно-зевательные глаголы. То есть... Эм... Хорошо, что еще не пукательный. Но я хотела так написать, но думаю, не <къем> стоит. Как говорится, в эфире дети. Смотрите. То есть эм, действия, либо звуки, производимые телом человека. Для того, чтобы спросить эм, о человеке, каков он, для того, чтобы попросить описать его, мы говорим «como es». Если вы не знаете, как задавать вопросы, то сейчас сверху появится ссылочка, которая поможет вам выучить все многообразие вопросительных местоимений, вопросительных слов в испанском. Итак, como es, каков он, какой он, либо она. Es подходит для личных местоимений он, она, а также вы. Como es, es alto o bajo, es grande o pequeño, Обратите внимание, гранде начинается с э, звонкого звука г, поэтому мы говорим с гранде, озвончается s, ассимиляция. с гранде о пекеню. puedes можешь ранее в предыдущих выпусках этот глагол мы изучали. puedes describir lo, describir la, описать его мужской род ло, описать ее ла, или можно сказать дескрибир аэль él, a ella, a esta este objeto. Ну что, начнем. Итак, la cabeza, голова. Голова во главе всего. La cabeza, голова. Что же у нас есть на голове в голове? La cabeza, голова. La cabeza tiene. Вы уже знаете, если смотрели мои предыдущие выпуски, как спрягается глагол tener, иметь. La cabeza tiene, голова имеет. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tiene. La cabeza tiene, los ojos, глаза. Непосредственно это, конечно, не орган, но непосредственно нет у нас такого органа. Взгляд, однако, для описания взгляда я все же один э, слайдик вам покажу. То есть у нас э, взгляд есть у лосохосов. У лосохос глаза. мирада взгляд. Эль-кабейо, о, эль-пело, волосы. И то и другое слово используется для того, чтобы описать волосы. В русском языке волосы во множественном числе, в испанском языке el cabello el pelo, la boca, рот, los labios, губы, la nariz, нос, la cara, el rostro, и то и другое это лицо, la frente, la frente, лоб, las orejas, las orejas, уши. Обратите внимание, что Орехас у нас во множественном числе. И есть, кстати, еще такое слово охерас. Если поменять местами, то это будут синенькие под глазами, кстати. Las orejas, не охерас, не охерас. Las mejillas, Щеки Los dientes и э, также большие коренные зубы у нас будет э, произносить, не произноситься будет иметься слово как las лаш. Далее вы увидите. Los dientes, зубы. La барбия подбородок в испанском языке женского рода la lengua. La lengua – язык. Это о физическом понимании. Если вы хотите сказать, например, испанский язык, тоже можно сказать la lengua española. А также можно сказать el idioma, но идиом мужского рода будет el idioma español. Итак, las pestañas, с ресницы, las cejas, брови, el cutis, кожа, но в основном кожа лица. Приступим. Los ojos, глаза. El tiene los ojos grandes и los ojos pequeños, прилагательные, там где это возможно. Мы согласуем uh, вроде и обязательно согласуем в числе, если ojos во множественном числе. Él tiene los ojos grandes, pequeños, у него большие, маленькие глаза. Ella tiene los ojos claros, oscuros, у нее светлые, темные глаза. Nosotros tenemos los ojos saltones, almendrados. У нас глаза на выкате и миндали видные. Las almendras, это миндаль. De qué color son сусохос, какого цвета у нее глаза, а также сусохос может быть у него глаза, у нее глаза, да? потому что су это его ее их, а СУС тоже его ее их, только согласуется вроде числе со следующим существительным. Если вы не знаете такой темы, как придержательное местоимение, сейчас появится ссылочка. Либо вы можете найти по названию притяжательные местоимение. У меня на канале такое видео. Sus ojos son verdes, azules, marrones, negros, grises. И глаза зеленые, голубые, карие, черные, серые. Цвета уже были в рамках курса 1000 плюс слов испанского языка разобраны. Entonces... Пинтарсе, макиярсе, los ojos, красить глаза. Почему у нас здесь глаголы возвратные? Потому что в испанском языке э, не всегда совпадает возвратность с русским языком, поэтому как бы у них это пинтарсе, красить себе глаза, самонаправленное действие, пинтарсе, los ojos, макиярсе, los ojos, Сейчас мы эти глаголы проспрягаем для наглядности. Феррар, los ojos, закрывать глаза, Абрир, los ojos, открывать глаза. Uh, ferrar, глагол, Отклоняющийся будет fierro, fierras, fierra, ferramos, ferrais, fierran. Этот глагол уже брали, поэтому прописывать я его не буду. Абрир – глагол правильный. открывать глаза. Entonces, pintarse los ojos – красить глаза. Yo me pinto, tú te pintas. Я написала ella, можно, конечно, и el. Как говорится, в Испании всякое бывает. По стандарту возьмем ella se pinta, она э, красит себе глаза. Nosotros, либо можно nosotras, но уже сохраним в мужском роде для разнообразия. Nosotros nos pintamos, например, los ojos. Vosotros os pintáis, ellos se pintan. Макиярсе, макиярсе, краситься, наносить макияж. Yo me maquillo tu te maquillas ella se maquilla nosotros nos maquillamos vosotros os maquilláis ellos se maquillan la mirada взгляд el tiene la mirada fija смотрите mirada женского рода поэтому fijo fija меняется на женский род el tiene la mirada fija penetrante triste у него стальной как бы пронизывающий взгляд fijo. хотя нет пронизывающий это будет penetrante потому что penetrar это входить, пронзать. Фихо это устойчивый, зафиксированный, то есть стальной взгляд, смотрит на тебя стальным взглядом. Эль tiene la mirada fija. Пенетранты это пенетрар. проникать, пронизывать. Пенетранты пронзительный и грустный, тристый, тристы. Ламерада тристый, грустный взгляд. Фихар ламерада энальго. Задержать взгляд на чем-то. Далее, el cabello, el pelo, волосы. Ella tiene el pelo largo, como Rapunzel, con, кстати, con la sartén. ¿Sartén es corto? El pelo largo, mediano, corto. de dlinne, bolose, sredne, dlinne, sredne, corotke bolose. Él tiene el cabello liso, rizado, ondulado. У него прямые. волосы, кудрявые, рисадо, это прям совсем такие закрученные, курчавые, и ондуладо, от слова онда, это волна, волнистые волосы, ондуладо, кабейю, это он, on, поэтому ондуладо по-испански. De qué color es su pelo? Какого цвета ваши волосы? Es pelirrojo, rojo, рыжие, rubio, светлые, или можно сказать, Эй um, ella es rubia, él es rubio, он блондин, uh, она она блондин, она блондинка, Кастаньо, каштановые, негро черные, бланко белые. Тенир, это как бы оттенять, можно через, это, через эту ассоциацию запоминать в русском. Тенир, бы окрашивать волосы. Пейнар бы Почему в скобочках написала се? Потому что пейнар можно и кому-то расчесывать волосы, например, своему ребенку. Entonces, peinarse el cabello, причесывать, preciosывать, причесываться, cortarse el cabello, стричь волосы, tener canas, это иметь э, седину, canoso, это седой, tener canas, иметь седину. La sartén, сковородка. Помните, да? Этот моментик в мультике с Рапунцель. Bueno, seguimos. Tenir. Смотрите, здесь «э» e, меняется на «и». Окрашивать волосы. Yo tiño, tu tiñes, el tiñe, или ella. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. По правилу сапога, если вы не знаете, как спрягать глаголы. Правильные, отклоняющиеся, неправильные, добро пожаловать в видео на моем канале, которое называется э, в «Настоящее время в испанском языке». Сверху будет ссылочка. Кстати, в Ютубе можно прикрепить только три ссылочки, так что если какие-то видео я называю, не смогу потом прикрепить ссылочку, можно просто найти их по поиску на моем канале. Bueno, el peinado y la forma. Прическа и форма. Llevar, это как бы носить, tener, иметь. Llevar, tener el pelo suelto o recogido. Вот suelto, у меня сейчас suelto. Распущенные волосы. А recogido, если мы сделаем вот так, да, соберем волосы. Recoger, собирать волосы. Llevar, tener el pelo suelto, recogido, иметь, нести. Не, нести. Uh, Ходить с распущенными волосами или с собранными волосами. Estar con flequillo o sin flequillo. Или tener flequillo, no tener flequillo. Быть щелкой быть без щелки. Llevar tener una coleta. Хвостик. Иметь хвостик, носить хвостик. Llevar tener rastas. Носить дреды. Llevar tener una trenza. Носить косичку. Llevar tener una мелена, Это иметь гриву, это когда... о Аси. O como Rapunzel. Estar calvo. Быть лысым. Или кальва, Не дай бог. Bueno la boca, рот. Él tiene la boca grande o pequeña, Бока женского рода, grande o pequeña. Прилагательные, которые заканчиваются на e э или на согласную, в частности, на l, они не меняются в женском роде никак, поэтому «бока гранда» не бывает. «La boca grande, pequeña» – у него большой маленький рот. «Ella tiene la boca abierta, entre abierta, seca, llena». Entonces, у нее открытый, entre, между, как бы, при, Полу, полуоткрытый, приоткрытый рот. Лабокасека, сухой рот, у нее сухо во рту. И лабоказена, ена, полный рот или полный рот. Что мы можем делать? Какие глаголы? Вот после звездочек, какие глаголы мы можем использовать с этим существительным? Комер, что мы можем делать при помощи рта? Комер, кушать. Аблар, говорить. Абрир, открывать. феррар – закрывать. Тапар, лабока, закрыть, заткнуть. Чаще в прямом значении, кстати. Например, тряпкой или... Con un beso. Поцелуем. Callar la boca. Заткнуть рот. Чаще в переносном значении, например... Грубовато, однако, знаете, как это сказать? Каяте лаока. Каяте лаока. Это рот заткни. Лос лабиос. Губы. Siempre tengo los labios así pintados. Él tiene los labios carnosos, finos, apretados, gruesos. У него полные мясистые, это карносус карне, много мяса. Тонкие финос, сжатые. апретадос, апретар сжимать. Массивные, это груэшос, массивные толстые губы. Апретар, лос лабьос, сжимать губы. Видите, я выделила букву Э e красным, потому что Э e меняется на ИЭ. посмотрим, увидим это, да. Значит, э, сжимать губы. Мордер, кусать, кусать губы. Деспегар, разомкнуть. Бесар лос лабьос, целовать губы кому-то, не себе. Апретар. Э меняется на ИЭ. Сжимать, поджимать. В других значениях апретар или бутон. Нажимать на кнопку. Апретар ламано. Пожимать друг другу руки. Хлопнуть по рукам. Да? Ну, в плане, может быть, завершить даже э, или совершить какую-то сделку. Йо априету. Ту априетас. я или эль априета. Носотрус апретамус. Эйос Си, вали. Vale". А когда у вас не совсем начинающий уровень, напоминаю, что можно уже личные местоимения здесь, я их пишу для удобства, можно уже не употреблять. Дальше, мордер, оно у э, кусать, yo muerdo, tú muerdes, ella, él, muerde, mordemos, mordéis, muerden. La nariz, си? Sí". El tiene la nariz grande, pequeña, o perfilada, perfil, профиль. профиль да? Персилада. У него большой, маленький и правильный, корректный, ну, наверное, корректно нельзя сказать, правильный нос. И я ла нарис Гриего, агиленья, чата, решпингона. Вот особые слова, которые относятся к носику. У нее греческий грега, орлины, э, э, эль-агила, это орел, орел, агиленья, курносы, чата. Вздернутый решпингона такие особые слова, носик. Метесу нарис – «эн». например, ло шасун тоже, де это лезть куда не следует, то есть совать свой нос в дела других людей. Либо метерсу донне но деби, тогда «эн» не надо. Туда, куда не следует. Шанград пурла нарис это когда кровь идет кровить, как бы, посредством носа, да, то есть кровь из носа sangro por la nariz. Tener la nariz tapada, иметь заложенный нос. Tener los mocos, написала сначала иметь сопли, потом вспомнила, что есть такое слово насморк. Более корректное. La lengua culta. Sí, сейчас мы дойдем до la lengua. Иметь насморк. Respirar por la nariz. Дышать носом. И выражение «me estás tocando las narices», которое может, быть, может иметь два значения. «Достал ты уже, все соки выил». «Es que me toca las narices» или me está, «me está, или me estás tocando las narices». И еще «me estás tocando las narices», ты что прикалываешься? И другое выражение. Выражение, кстати, с частями тела большое, огромнейшее количество, но так как мы придерживаемся более-менее начинающего уровня, поэтому все я не выписывала, No, y más así, y jodовые. Estoy hasta las narices de... ya estoy pagorla de... Estoy hasta las narices de su comportamiento. ya estoy pagorla y voy ¿El y Yo ya La cara, ¿El rostro, Yo ya tiene la cara redonda. ya estoy como Yo como ya estoy ¿El Ларга – длинное, то есть вытянутое, и оваладо – овальное лицо. Эль тьен или Барба, кстати, можно и барба просто, и ла барба проверяла, можно с артиклем, без артикля. Тьен дева. Барба ла ла барба, биготе эль биготе, гафас. Это уже очки. Он носит, отпустил бороду, усы и носит, ну не отпустил, конечно, носит очки. Эйос тьен эн пекас, гранос, лунарес. У них есть веснушки, гранос, прыщи, и лунарес, а слово луна – как красиво, луна, розинки. Токар эль ростро, эшо. Трогать лицо, дотрагиваться до лица. Mirarle эль ростро, смотреть ему ей в лицо. Лимпиар эль ростро, мы, девочки, после того, как, как нос макиямос, después de esto, nosotras, девочки, limpiamos эль ростро, мы очищаем лицо при помощи различных ремедиос косметикос, косметических средств. Комо носите кае, Лакарадебергуэнта. Как тебе не стыдно? Как у тебя лицо не падает от стыда? Вот дословно такой перевод. Как тебе не стыдно? Кого мы нашли такой лакарадебергуэнта? И estar cara cara тоже интересное выражение. Это быть наедине, то есть быть лицом к лицу. Лафренте. Не знаю, что за актриса. Вообще первый раз ее вижу. Так в интернете нашла. Лафренте. Лоб. И я ла Лафренте. Амплия. Antia, estrecha, arrugada, con surcos. У нее широкий, два раза я не ошиблась, два раза э, написала широкий, потому что amplia и antia это синонимы. Estrecha, узкий лоб. морщинистый, arrugada, то есть много морщин. Las arrugas, arrugas, это морщины. И консуркос это прям глубокие морщины. Los surcos, э, это может быть прорытая, кстати, траншея. фронтир ла френте насупится на морщит лоб. Las orejas помните что las ojeras это мешки под глазами а las orejas это уши su oreja izquierda es más grande que su oreja derecha заодно выучим слова izquierdo derecho izquierda derecha ее левое ухо больше es más grande чем правое él tiene uh, orejas pegadas separadas verticales puntiagudas выбирала наиболее часто употребимые слова у него уши прижаты Слово «pegar» – это клеить, прижиматься. Прижатые к голове. Сепарадас – оттопыренные. Сепарар – разделять, разделенные оттопыренные. Вытянутые – это «verticales», «verticales» и агудас заостренные. Пунто – точка, агудо – острый, с острой точкой, заостренный. Что мы можем делать при помощи «las orejas»? «Escuchar». ¿Sí? И «oír», кстати, тоже. Слушать специально, слушать это «escuchar», а слышать это «oír», а «el oído, слух. Entonces, las mejillas. Bueno, el bebé tiene las mejillas redondas. Mejillas, jazz karod, mejillas redondas. Uri bioneska krugle pugle Ella tiene las mejillas son rosadas. U rumiane, rozwe y Él tiene las mejillas pálidas. Pálido etam pledni. Unyo bledni sochki. Ruborizarse, zaliza rumiansam. Например, él se ruboriza. Сейчас пример прочитаю. Se acaba, он только что или она только что. Se acaba de ruborizar al con él. Ну, видно, она. Может быть, и он, кто знает. В Испании всякое бывает. Она только что покраснела, потанцевав с ним. После танца с ним. Ella se acaba de ruborizar. Она только что а, залилась румянцем. альбайлар По мере того, как. Аль-Байлар да, Потанцевав, потанцевав с ним, con él после танца с ним. Entonces, los dientes, это все э, это слово, которое описывает название всех зубов, а las muelas, это те, которые сзади, такие большие, жевательные, коренные зубы. Entonces, blancos, какие зубы у нас будут? Белые. Агудос, острые. Amarillos, желтый, Ротос, поломанные. Подридос, гнилые. Postizos, вставные. Кстати, э, сегодня у меня маникюр не postizo, такой светленький, да. Но если накладные гелевые ногти, то можем сказать, что uh, las uñas también postizas, ¿sí? И las pestañas, когда мы, девчонки, накладываем uh, реснички, тоже можно сказать las pestañas postizas. Entonces, salientes, выпирающие, desiguales, неровные, el hilo dental, что мы еще относим к зубам, зубная нить, la encía, десна, el Cepillo, de dientes, зубная щетка. La pasta dental, или может быть еще dentifrica, зубная паста. Ну и многие другие слова, не входящие в уровень 1.2. Cepillarse los dientes, чистить зубы. Limpiarse los dientes, чистить зубы также, потому что cepillarse при помощи щетки, а limpiarse просто мыть, их очищать. Да? Arrancar, выдирать, вынимать с корнем, вырвать зуб. Poner класть, положить, поставить el пломбу. plomo. Arreglar los dientes. это как бы привести в порядок, да, то есть полечи зубы. Los dientes o la dentadura. dentadura. совокупность всех зубов. La barbilla, подбородок. Ella tiene la barbilla grande, prominente, doble. У нее большой, выдающийся, prominente, огромный, выдающийся, двойной, doble, понятно, двойной подбородок. Entonces, la lengua, Sí. ella tiene la lengua corta, larga y sana. Mio korotkiy dilnyy, zdorovyy yzyk. Las malas lenguas, eta este zloy yazyki, Las malas lenguas dicen, la lengua materna, родной язык. Sí. Y la lengua extranjera, inostranniy yzyk. Tener la lengua larga, es que no le digas nada a él, ничего ему не говори. Es que él tiene la lengua larga. Oni medlnyy yzyk. болтает много, то есть иметь длинный язык, болтать много лишнего. Мы, женщины, умеем хранить секреты группами по 40 человек. Las pestañas, ресницы, las cejas, брови, el cutis, кожа лица. Смотрим здесь, да? Las cejas, las pestañas, el cutis, кожа лица в целом. Bueno, la descripción física, описание внешности. Какие у нас прилагательные используются для описания внешности? Atractivo, привлекательный. И далее кучища просто синонимов к слову, к слову красивый. Hermoso, bonito, guapo. Далее, симпатичный, симпатико, вот в Латинской Америке красивый. Мы говорим lindo и bello, кстати, когда мы говорим про детей и животных, мы говорим так, сюсюкаясь, que cosita mas bonita в латинской америке, que cosita, cosita, вишечка, que cosita mas linda, que cosita мелакомо. bella, me la como, sí, я его сейчас скушаю, el es hermoso, ella es guapa, он красивый, она приятная, красивая. Entonces, feo, некрасивый, страшный, гадкий, pepe, es feo, pepe, страшнёхонький. Далее, альто, высокий, да статура медиа, среднего роста, бахо, низкий, она эс альта. Хорхе эс бахо, она высокая, хорхе низкий. Куанто кстати, интересный глагол, который в русском языке отсутствует с прямым переводом. Медир, быть по росту. Растить, выращивать, ничего такого у нас нету. Куанто о, котик ко мне пришел. Грисик, скажи, ола. Куанто какой у тебя рост, сколько ты по росту? Медир, быть по росту. Йомидо, mido, tú mides, What? Yo mido. Tú mides. Él mide. Nosotros medimos. Vosotros medís. Ellos miden. na i Entonces, gordo, tolsti. Tolstý, suena gordo. En ruso, me Gordo, tolstý. Flaco, худo Esbelto, estruñý. Delgado, también estruñý. Ангел es gordo, Alicia es flaca, es belta y delgada. Ángel толстый, Alicia стройная. Cuánto pesa usted? Сколько вести pesar? Это весить, el peso вес. Engordar, набрать вес, adelgazar, похудеть. Aseado, asearse, приводить себя в порядок, наводить порядок, ну, телесный порядок. Aseado, опрятный, аккуратный, элегантный, элегантный, модный,

Alejandro is joven, Adelaide – старый, Александр – молодой. Fuerte – сильный, en buena forma – в хорошей форме. Débil – слабый, не путать uh, с созвучным словом, это совсем не так переводится. En mala forma – в плохой форме. Ponerse en forma – привести себя в форму. Por ejemplo, para mí es muy fácil o es muy difícil, это очень сложно, uh, просто ponerme en forma, потому что я, поэтому мы меняем. На poner me, частицу, в зависимости от личного местоимения. Или можно сказать me pongo en forma muy, muy rápido. Я быстро прихожу в форму, потому что poner возвратный. Возвратные глаголы, ссылочка вверху сейчас будет. Возвратные глаголы испанского языка me pongo en forma muy rápido. Я быстро прихожу в форму. Me pongo en forma muy rápido. И partes del cuerpo, части тела. Основные на рисунке вы увидите. И то, чего не хватало, я написала справа. Quieres Entonces, la cabeza galaba la cara (lizó), el cuello (sheya), el hombro (plicho), el pecho (grud), el brazo ruca es sí, brazo. Entonces está, como El brazo, ¿tak? El codo (lokać), el abdomen (život), el antebrazo (predplecho), la muñeca (zapästie), la mano (ruka), la pierna (naga), la rodilla. arrodillarse, Становится на колени, но до глаголов мы сейчас дойдем. La rodilla, колено. La пантория. икра. Um, так, el pie, ступня. Los dedos, пальцы. Los dedos de los pies, пальцы ног. И la barriga, это когда он торчит. Ай, que barriga А, эле стомаго. это уже внутренняя часть, это uh, желудок, поэтому сюда я его не писал. Это слово. La barriga, живот. El ombligo, пупок. Las caderas – бедра, la cintura – талия, la espalda – спина, el talón – пятка, la uña – ноготь. Вот так я их обозвал – зевательно-моргательные глаголы. эскупир ливать, bostezar – зевать, yo bostezo. Sí? Estornudar – ати – чихать, sudar – потеть. Агачарсе – наклоняться. Акарифер – ласкать кого-то что-то. Бомитар – тошнить. Например, эти глаголы вам могут понадобиться, когда вы с ребенком или сами приехали в больницу или в, в аптеке что-то объясняете, что, какие у вас там симптомы. Си, sí? entonces. Por ejemplo, ой, бомите, сегодня меня стошнило. Трес три раза. Или новомите. No, bueno, бомитар, тошнить. Estirarse, тянуться, вытягиваться. Uh, растягиваться, просыпаться, да? отходить от сна, dormirse, засыпать, дормир спать, а засыпать, например, ме дуермо, мы рапидо, я засыпаю очень быстро, Besar, целовать, тирар Ну вот я решила включить такие глаголы сюда, потому что, потому что это всю жизнь, и не будем uh, отходить от нее далеко. Пукать, пукать. Uh, Кагар является не очень короче заниженной лексикой не очень э, культурным глаголом но он существует поэтому я думаю что его полезно знать однако когда вы идете к доктору то вы про ребенка например описываете там к пупу да, чтобы Говорить, э, в каком состоянии, ну, то есть э, физическое состояние, зафиксировать ребенка и так далее, то есть здоров, нездоров, и так далее. А пупу это ходить в туалет по-большому. Миар, испанцы сообщают о том, что они идут в туалет Акадерато. Все время. Например, взрослый испанец, вы сидите, беседуете за столом. Он говорит: СКМ мео, а письки хочу. Встает и говорит: Буэмеар! Я пошел писать. То есть они в прямом смысле, они говорят, бой Альбанию. 80% испанцев скажут, бой Альбанию. То есть он всем за столом, особенно если это близкие друзья, сообщает, куда он идет и с какой целью. Поэтому, меар писать. Оринар, асперпипи, наверное, лучше эти глаголы использовать у доктора. Оринар, йо, Рино, но Рино, но Шеке, а это про детей. Абразар – обнимать. Мастикар – жевать. Арродиярсе – помним, что роды rodillas – это колени. Арродиярсе – становиться. Так, правильно писала, да, На колени. Левантарсе – подниматься, если вы сидели и подниматься с постели с утра. то Тошир – кашлять. Тумбарсе – ложиться в постели. Ложиться в постели, валяться в постели. То есть... Estoy tumbado Я лежу в постели, валяюсь в постели, ложусь в постель целый день. Entonces, voltearse o darse la vuelta, darse la vuelta, это обернуться. Voltearse – тоже. Поворачиваться – оборачиваться. Rascarse sí? – чесаться. Señalar – указывать при помощи руки, пальцев и так далее. индикар указывать тоже. Синонимы также. Pararse – вставать на ноги. Ме паро, ой, стой, парадо, я стою на ногах, я встал на ноги. Не в переносном значении после болезни стать, нет, просто pararse, me paro, estoy parado, стою на ногах. Sentarse, садиться, присаживаться, estoy sentado. Про estar parado, estar sentado, это было где-то, наверное, в глаголах 300 плюс, 400 плюс, да, думаю, 300 плюс, где мы изучали глагол estar и совокупность всяких причастий прилагательных, которые используются с ним. Arrañar ой, что, араняр, араняр, царапать, и гатеар, это ползать, как детишки, это от слова гату, ну вот, типа, котик низкий, маленький, он там где-то ползает, поэтому гатеар, это э, ползать, как дети. Зарождение, окончание жизни, тоже есть интересные глаголы и выражения и слова, посмотрим. Ла фекундацион, это оплодотворение, деторождение, Даралус, миамига, Dio a luz, la semana pasada Она как бы дала свету ребенка То есть моя подруга родила ребенка La semana pasada на прошлой неделе Если вы не знаете, как глаголы использовать в прошедшем времени Добро пожаловать на мое видео, которое называется Прошедшие времена испанского языка Одно из самых первых на моем канале Попробую прикрепить ссылочку Если будет уже не перебор Максимально видео может быть 5 штук El embarazo Беременность Quedarse embarazada забеременеть. Есть еще такое кедарси приняда, но это не очень э, высокая лексика, да, приняда это как залететь, что ли. Кедарси эмбарасада, забеременеть. Эстар эмбарасада это уже быть беременной. Концебир зачатие, зачать. Концепцион это зачатие. Есть, кстати, церковь непорочного зачатия. La iglesia de la inmaculada, Concepción. Не знаю, надо ли вам это. Как говорится, хай будет. Um, так, консебир зачать, насер рождаться, uh, в первом лице будет наско, но так как мы не часто употребляем этот глагол в настоящем времени, можно сразу учить, uh, учить прошедшее время: Я родился, ты родился, родился, он родился, родился, она нафи, насистее, «насио». нафимус, нафистей, нафирон. Моришься, умирать. Um, значит, um, прошедшее время мы используем как мурье, так и се мурьё». А в настоящем мы используем не в прямом значении, например, мориш се пор. Помираю, как, там, например, пить хочу, познакомиться с ним. моему пор uh, Умираю, как хочу с тобой познакомиться. Или мэй у пор уна ботея де агуа. Очень хочу пить. Фадесер, фадесер, умирать, погибать. Эль аборто, аборт, а еще и как бы аборто, аборто натураль, это выкидыш. Эль парто, роды, испанском языке единственном числе el parto y la cesárea que наверное bueno, y es todo mañana más y mejor Muchísimas gracias por su atención 800 muy pronto. Adiós